Привет всем! И снова с вами Сармуля. Сегодня я хочу спечь пирожки. Ну, я пирожки сегодня буду печь. Я купила такие его пачечки. И вот с этих пачечек буду печь. Я буду печь из двух пачечек. Так как в одной пачке надо молока или воды 240 миллиграмм. Я взяла молока. У меня две пачки, так что 480 миллиграмм воды. Вот, и вот что в этой пачке идет. Идет вот мука. И сухие дрожжи. Вот. Так, мы с двух пачечек будем. Так что мы берем две пачечки. Так, и тоже мука и дрожжи. Так, как я взяла молоко, уже подогрела. Оно уже теплое. Я сюда насыпаю дрожжей сухих. Вот одну и вторую. Чуть-чуть добавим сольки. Да, сольки добавим так немножко. И хорошо смешаю. Вот. И там надо подсолнечное масло. Ну, на две пачки 50 миллиграмм подсолнечного масла нальем. Вот. И все опять хорошо смешаем. Вот. И теперь вот будем добавлять там, где мука. Просеивать я ее не буду. Я буду по чуть-чуть. Вот так вот прям с пачечки добавлять. Вот по чуть-чуть. Размешаем опять. Вот. И опять добавляем. Вот так вот. Хорошо смешиваем. Мешаем. Сильно надо мешать, чтобы ни комочков не было. Вот. Вот так мы и добавляем всю муку постепенно. Смешиваем. Ну вот, тесто мы хорошо смешали. Мешала я руками. Все. Я всегда мешаю тесто руками, чтобы чувствовать, сколько надо всего. И теперь мы будем ставить его настаиваться. Я буду ставить на час. Накрою полотенцем его. И я ставлю микроволновую печь его. Потому что там теплее. И нету сквозняка. И будем ждать, пока настоится, набухнет она у нас. Ну вот, тесто настоялось. Сейчас посмотрим. Видите, какое оно. Ну, какое пышное. Так, и сейчас мы будем делать пирожки. Вот, я нарезала начинку. Такую слоеночку копченую и лучок. Туда добавила еще перчик и соли. Так, и теперь мы будем формировать пирожки. Так, я руки всегда смазываю подсолнечным маслом, чтоб не лило, не липло. Так, вот. И берем сколько нам надо. Сторонку и будем лепить. Так. Я всегда делаю такую, как колбаску. И вот меня уже его подготовила, видите? Для выпечки бумагу ставлю. И вот, и нарезаю. Какие мне надо, чтобы были
пирожки. Так, и нарезаем. Вот так. Так. Вот, и делаем пирожки. Вот это я ближе поставлю. Налаживаем начинку. Я их всегда вот так леплю. Во. Так. А потом... О! И готово. И следующий. Вот, распрямляем. Налаживаем начиночку. Вот. И вот так. И распрямляем. И готово. Итак, все. Ну вот, сделали мы целую противень. И теперь мы их накроем. И пускай они чуть-чуть постоят накрытые. Ну вот, они постояли. Минут 7-10. Так, и теперь я взбила в яичко и смажу их яичком взбитым каждую. Вот у меня есть вот такая вот кисточка специальная. Я ее смазываю. Так. Ну вот, мы смазали. И теперь в духовку. Уже в разогретую, 180 градусов, но пока не спекутся. Будем ставить и ждать. Ну вот, пирожки мои готовы. Горяченькие, сейчас вам покажу. Ой, мягкие, с начиночкой. Ой, какие горяченькие. Вот, мои пирожки вот такие вот получились. Я их всех сложила в керамическую посуду, такую чашку. Вот. И накрываю полотенцем, чтобы они долго оставались теплыми. Ну вот, так что пеките. С праздником всех. Приятного аппетита. С вами Сармуля. Пока.